Мы продолжаем рассказывать о наших земляках, которые с честью выполняют свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Анатолий Александрович Чумак, наш земляк, стоит на защите интересов Родины, как и многие другие россияне. Является заместителем начальника расчета противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения оперативно-стратегического объединения Вооруженных сил Российской Федерации. При выполнении задач зенитно-ракетного комплекса расчет был окружен диверсионной группой украинских националистов. Военнослужащие грамотно заняли круговую оборону и приняли бой с многократно превосходящими силами противника. Несмотря на тяжелейшую обстановку, Анатолий Чумак и его боевые товарищи отразили все атаки националистов и выполнили свою основную задачу по прикрытию воздушного пространства. За мужество и героизм военнослужащий награжден медалью за отвагу. Сегодня Анатолий Чумак продолжает свой боевой путь в зоне специальной военной операции. Анатолий Александрович Чумак – герой спецоперации.